Если вы поедете в Италию и не побываете в этих местах, это все равно, что рассказывать, как вам нравится итальянская кухня и никогда не пробовать тирамису. Сегодня отправляемся смотреть самые красивые итальянские озера. Озеро Браес, Южный Тироль. Самое инстаграмное озеро Италии. Легенда гласит, что появилось оно тогда, когда на его территории местные жители добывали золото, которым однажды поделились со своими гостями-пастухами. Те, в свою очередь, вместо того, чтобы отблагодарить, позавидовали наличию золота у жителей и попытались украсть побольше. Местные жители разозлились и вовсе затопили место добычи золота, чтобы оно никому не досталось. А на этом самом легендарном месте образовалось блестящее золото, блеск которого исходит от потопленных сокровищ. Немного озера в цифрах. 36 метров. Глубина 1496 метров. Высота над уровнем моря 30 гектар. Площадь. Находится озеро практически на границе с Австрией. На берегу озера располагается исторический отель «Отель де Лаго де Браес», открытый в 1899 году. Идея построить здесь отель принадлежит Эдуарду Хаденштайнеру, старшему сыну знаменитого владельца отелей и первооткрывательницы туризма на этой территории Эммы Хеленштайнер. На роль архитектора был приглашен Отто Шмидт из Австрии. Озеро Браес также является местом съемок популярного в Италии сериала о полиции «Un passo dal cielo», что значит «в шаге от неба». И при желании можно даже увидеть домик главного героя, расположенный прямо на озере. В сериале, однако, озеро называется Сан-Кандидо, коего в реальности не существует. В этих же краях находится компания Alpe Pragas, которая производит варенье, джем и сиропы, которые получили особую популярность в Японии, Дубае и Австралии. Озеро Маджоре, Пьемонт и Ломбардия. Озеро Маджоре является вторым по величине озером страны. Не зря оно и называется Маджоре, что с итальянского можно перевести как «крупный» или «большой». Его длина 66 километров, ширина 10 километров, а общая площадь составляет 212 квадратных километров, максимальная глубина 372 метра. Находится оно на границе со Швейцарией, у самого подножья швейцарских Альп. Озеро Маджоре можно увидеть, посетив разные города. Арона – город, который прославился благодаря статуе святого Карла. Местные жители ее кратко называют Сан-Карлоне. Статуя была построена в 1698 году и считалась самой высокой статуей в мире, пока не появилась американская статуя свободы. Еще один город, откуда можно полюбоваться озером – Стреза. Здесь вдохновлялся Эрнест Хемингуэй, и даже некоторые моменты из романа «Прощай, оружие» перенес именно в этот городок. Напротив Стрезы располагаются три острова: Дей Пискатори, дословно остров рыбаков, Белла и Мадре. Остров Белла известен своим садом в несколько ярусов, где содержатся редкие растения и гуляют павлины. Озеро Скано в Амбруццо. Озеро Скано находится недалеко от одноименного старинного городка в регионе Амбруццо, который вошел в так называемый клуб наиболее красивых Борго Италии. Участники этого клуба – 200 маленьких живописных городков, отвечающие данным критериям. Целостность городской структуры, гармония архитектоники, пригодность для проживания, художественная и историческая ценность общественных и частных зданий. Название «Скано» произошло от латинского слова, обозначающее скамью или табуретку. Название подчеркивает форму города, которая как бы ухватилась за горный склон. Озеро Скано – одно из таких мест, о котором мало кто знает. А потому оно является особым местом, которое стоит посетить. У него есть одна особенность, которая будоражит воображение каждого. Это озеро в форме сердца. Согласно древней легенде, озеро Скано сформировалось в результате битвы между римлянами и королем Батифоло, местным правителем. В момент, когда король осознал, что его армия находится в затруднительном положении, попросил о помощи мага Байлардо. Тот с помощью заклинаний залил лагерь врага водой, и так образовалось озеро. Древняя традиционная забава на озере – фейерверки. Предпоследнюю субботу августа в 10 вечера озеро освещается веселыми огнями. Территория озера оборудована зоной отдыха для кемперов. Рыбалка тоже разрешена. Озеро Скано – настоящий рай для любителей природы. Единственный минус –
последние годы, после серьезных землетрясений в Абруццо и центральной Италии, поверхность озера стала сокращаться. Предполагается, что только с августа 2016 года по настоящее время озеро Сканно уменьшилось на 3 метра. Озеро Кареццо у подножия горы Латемар. Кареццо, что в переводе с итальянского значит «ласка», «нежность», она же озеро Радуги, находится в деревне Ново-Леванте, в 25 минутах от города Бальцано. Как и у любого озера с блестящей поверхностью, и у него есть своя легенда. Когда-то давно озером любовалась русалка, сидя у подножия Доломитовых гор. Она расчесывала волосы и пела, а ее голосом очаровался колдун Массаре. Девушка настолько ему понравилась, что колдун решил схитрить и завладеть ею. Он обратился за помощью к ведьме, которая подкинула ему следующий план. Колдун переоделся в торговца-ювелира и перешел озеро по радуге. Но сами драгоценности он забыл надеть, поэтому русалка его сразу же раскусила и не повелась. Колдун настолько разозлился на себя из-за своей же глупости, что разбил радугу на множество осколков, которые упали в озеро. С тех пор озеро и переливается всеми цветами радуги. Специалисты же, которые изучали состав воды озера, говорят о том, что необычная цветовая гамма появилась за счет различных минералов в водоеме. В память о легенде, прямо в озере, на глубине примерно 3 метров, была установлена статуя той самой русалки. Ее можно увидеть, когда вода опускается, а также летом, когда вода максимально прозрачна. И, конечно, озеро Гарда, вблизи южного подножья Альп. Гарда – крупнейшее озеро страны. Его площадь – 370 квадратных километров. У озера довольно богатая история. Как говорят историки, оно существует уже более 2500 лет. Правда, носило оно название Бенако, от Бенакус – божества. Если переводить с латыни, то озеро обозначалось как благословенное озеро. На берегу находится одноименный город, который сильно пострадал во время одного из самых разрушительных землетрясений в 243 году до нашей эры, впоследствии чего город был затоплен. Что касается современного названия озера, то есть как минимум две версии его происхождения. От немецкого Варда, что значит сторожевой пост, так как озеро находится практически у границ страны, или от названия населенного пункта Винетта. Озеро можно наблюдать из разных городов, например, из Лимоне-Сульгарде. Считается, что жители этого городка обладают геном долголетия, который удалось заполучить благодаря одной из мутаций. Обладатели данного гена гораздо реже склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям, что позволяет продлить жизнь многим жителям. Друзья, если вам понравился данный выпуск, не забудьте поставить ему лайк. Это помогает в развитии нашему каналу. И, конечно, пишите в комментариях, какие красивые озера знаете вы.